Диалектике противостоит метафизика. Вот сейчас вы можете слышать в выступлениях, в том числе в философской литературе, о метафизике говорят с некоторым придыханием, как о чем-то таком новом, большом, которое действительно, так сказать, означает по первоначальному смыслу нечто большее, чем просто физика, когда мы начинаем на весь мир, так сказать, смотреть. Но еще Энгельс очень понятно объяснил, что метафизика построена на формальной логике. То есть метафизический взгляд на мир – это взгляд не диалектический. А сегодня он уже антидиалектический, потому что он был не диалектическим, когда диалектику еще не разработали, и в этом нельзя было, как говорится, ничего отрицательного найти, потому что, ну, развивали вот знания на той методологической базе, которая была. А вот если есть уже другая, более современная методологическая база, диалектика, то уже метафизический подход – это подход антидиалектический. По поводу него Энгельс говорил, что это вот подход, который годится в рамках одной комнаты. А когда вы выходите на широкий простор исследования, то он уже непригоден. То есть метафизический подход исключает противоречия. Что является современной формой метафизического подхода? Что, наверное, вы слышали. Слышали такой системный подход? Вот есть довольно модная теория системного подхода. Или некоторые люди завершают свою работу, пишут, мы пользовались там системным подходом. И что под этим понимается? Что, дескать, мы рассматривали то, что изучаем, как некую систему. И как эту систему представляют, и начинают вам рассказывать, что все есть система. А у системы есть элементы и структура. Есть внешняя среда для системы, есть внутренняя среда. Да? Вот можно так рассказывать про ту аудиторию, в которой мы с вами находимся. Есть тут разные элементы. Есть стулья, есть стакан, по нем половина жидкости написана, налита. Есть студентки, есть студенты и так далее. Есть окно. Это все элементы. Воздух тоже элемент. Или можно рассматривать воздух как среда. А можно рассматривать как среду. Среда – это то, что я вот вам говорю. Все время звук идет и идет. Уже надоело, он все идет и идет и идет и так далее. Вот это некая среда. И вот, так сказать, а есть внешняя среда, это вот там и директор есть института, и коридор, и другие рядом дома, вот прямо через окно мы видим институт, где керамические делают изделия, а ведь без керамики не летают сегодня корабли космические, потому что никакие металлы выдержать не могут, они расплавляются. Все обшивки только керамические, поэтому у нас очень важное здесь вот заведение находится. Это внешняя среда. Итак, и что? Хорошее это изложение? Хорошее. Особенно оно хорошее для кристаллов. Вот представьте себе кристаллы, там решетка кристаллическая, да? Один кристалл вот так он устроен. Если вот, если вы возьмете углерод и будете вот так располагать, будет грифель, графит. А если вот так будете располагать, будет алмаз. Ну, чтобы получилась алмазная решетка, надо вот, либо это искать надо в природе соответствующие трубки, которые при высочайшей температуре образовались в период, когда вообще образовывалась Земля. Либо это вот искусственные алмазы, это нужно создавать такие условия, очень сложные, которые бы позволили сделать искусственный алмаз хоть в малом количестве. То есть, в принципе, это, так сказать, такой взгляд, он, нельзя сказать, что он неправильный, правильный. Но в чем его ущерб? Он исключает рассмотрение противоречий. Нет здесь места для противоречия. Элементы и структура. Все есть. Песок, куча песка, система. Все можно представить как система. И все на самом деле система. Только системы бывают диалектические, а бывают системы метафизические, формально-логические, которые, так сказать, внешним образом составлены. И которые, вот смотрят люди, метафизики, на действительность, и тех противоречий, которые есть в жизни, их просто не замечают. Потому что с точки зрения теории систем, вот вы есть и есть.
А то, что вы развиваетесь, обучаетесь, ну, это же движение, оно движение тут не выражено. Развитие не выражено, не выражено совсем, ничем. То есть вот этот подход системный, так называемый, он исключает из рассмотрения противоречия, а это самое главное. Это источник самодвижения, это душа, можно сказать, диалектики, и это душа вообще всего того, что движется. Поэтому вы, если хотите бездушную такую картину нарисовать, то вы берете метафизический подход. Современный метафизический подход – это вот так называемый системный подход, он очень распространен. И люди избавляют себя, они вроде как выдают сами себе свидетельство, что мы на переднем крае науки, а на самом деле это очень отсталый взгляд, это тот взгляд на мир, который был до Гегеля. Гегель тоже берет систему. Всякая наука вообще строит какую-то научную систему. Но гегелевское понимание системы – вот такое. Система – это неразвитый результат. В начале, а в конце – это развернутое начало. Чтобы построить что-то как систему, в самой системе должно идти движение низшего к высшему, простого к сложному. И метод есть, метод диалектический, не просто рисование палочек между одним элементом и другим, а метод состоит в осознании формы, внутреннего самодвижения, содержания исследуемого предмета. Вот это вы можете записать, а потом осмыслить, потому что это сразу еще и не понять. Метод, с точки зрения диалектики, это осознание формы, внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Метод есть осознание формы, внутреннего самодвижения содержания изучаемого или исследуемого предмета. Вот записали, да? Метод есть осознание формы, внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Вот для того, чтобы к этому подступиться, я поставлю такой вопрос. Вы хотите то, что изучаете, рассматривать как живое или как уже убитое и мертвое? Если как живое, то вы должны освоить содержание, вникнуть сначала в содержание и выяснить, какие там противоречия, потому что речь идет о самодвижении, а самодвижение осуществляется благодаря противоречиям, которые есть в том, что вы собрались изучать. Правильно? То есть вы должны вскрыть, изучить содержание, освоиться с содержанием сначала. Еще у вас непонятно, что делать, как построить систему. И вот вы должны найти там противоречия, которые обеспечивают самодвижение вот этого предмета. Вот если я хочу вас узнать, я должен сказать, сначала понять, какие противоречия вами движут. Потому что если я вас столкну, это не противоречие, это не самодвижение, это я вас столкнул. Это внешний толчок. А что вот вами движет, что побуждает, какое противоречие? Вот надо вскрыть эти противоречия. И вот осознание формы, это получится внутреннее самодвижение, содержание. Внутреннее самодвижение, содержание. А уже научная система – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания. И это трудно, и это сделать. Трудно осознать. Поэтому таких книг, которые отвечают этому диалектическому требованию, раз-два и обчелся. Например, «Капитал» построен вот по этому принципу Маркса. Потому что Маркс применил диалектику Гегеля и построил научную систему политической экономии капитализма вот по такому принципу, что сначала процесс капиталистического производства, потом процесс обращения, и потом процесс капиталистического производства, взятый в целом. То есть сначала производство, потом его отрицание, отрицание. И процесс капиталистического производства в целом как живой, в котором логика историческая исправлена, потому что в истории бывает движение вперед, бывает движение назад, а вот что такое логическое построение? Диалектическое – это оно исправленное историческое, освобожденное от случайности, от всяких шагов, значит, в сторону. И вот это единственное произведение, вот такое крупное, которое мы можем продемонстрировать как пример применения диалектической логики к исследованию общества.
Вот на то, на это обстоятельство обратил внимание наш ученый, профессор, заслуженный деятель науки Смирнов Игорь Константинович, который написал книгу «Метод», сейчас скажу, «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса». «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса». Я когда вот с ним вместе изучал диалектику, поставил себе задачу рассмотреть движение социализма и тоже такому же принципу рассматривал противоречия общее, все более как их конкретизация этих противоречий на разных уровнях, написал соответствующую книгу, которая легла в основу докторской диссертации, называется она так, была в 1986 году издана в издательстве Ленинградского университета «Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма». Эта книга у нас вывешена на сайте Фонда рабочей академии в разделе «Библиотека». Можно с ней спокойно познакомиться, если кто желает. Ну, а для удобства, чтобы можно было посмотреть развитие и капитализма противоречий, и развитие социализма, значит, две эти книги, Смирнова и мою, мы соединили в одну, и на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии висит книга под названием очень простым «Диалектика капитализма и социализма», чтобы люди могли получить сразу примеры диалектики сразу в одной книге, потому что диалектику как таковую изучать трудно, и нужда такая в примерах из жизни, из практики исследования истории, общественного развития, конечно, очень нужны и необходимы. Так что противостоящая диалектике метафизика никуда не пропала. То есть, если человек не добрался до диалектики, до диалектического рассмотрения, его рассмотрение, ну, какое есть? Ну, более низкого уровня, метафизическое. Это тоже метод, это тоже то, с помощью чего многое достигается. То есть, метафизика буквально после физики означает «наука о сверхчувственных причинах и началах бытия». Впервые такой термин метафизика употреблял Андроник Родосский в первом веке до новой эры, назвавший так группу трактатов Аристотеля о бытии самом по себе. Метафизика как метод познания и понимания природы сформировалась первоначально в естествознании, а затем была перенесена в философию Беконом и Локком. Классическая метафизика 17-18 веков была антидиалектична, то есть не признавалось развитие, и механистична, то есть все формы движения сводились к механической. Неометафизика существует или в форме плоского эволюционизма, или так называемого творческого эмерджентизма. Вот так. То есть есть люди, которые эту самую метафизику раскрашивают, чтобы она как-то выглядела современно или ультрасовременно. С XIX века понятие метафизика означает противоположный диалектике метод, отрицающий качественное саморазвитие бытия через противоречия, тяготеющий к построению однозначной, статичной и умозрительной картины мира. Диалектика, будучи теоретическим образованием, представляет собой сложную систему взаимодействия моментов, а не частей и элементов. Вот разница между понятиями «момент» или «часть» и «элемент» я хотел бы кратко осветить. Что такое «части»? Вот Энгельс по поводу частей говорил, «части» лишь у трупа. Когда вы рассматриваете человека, например, любой живой организм, в том числе общество, как состоящее из частей, то кажется, что одна часть может быть отделена, очерчена резко границами своими, отделена от других частей. Когда это может быть? Вот когда вы зайдете в мясной магазин, и там увидите вот разделку туши, тонкий край, толстый край, филей и так далее, голова, лопатки и прочее, окорока. Потому что если вы возьмете любой живой организм, там нет этой механической целостности и нет деления на части.
Где ваша начинается рука? Скажите, пожалуйста. Она кончается, а начинается где? Нет. А у вас эта рука двигается, нет? Откуда сигнал-то? Сигнал откуда пошел? Ну, где начинается ваша рука? Откуда сигнал пошел? Ну, а как же? Значит, оттуда пошло? Ну, или у вас там есть какой-то вот в этом сигнале, вот ваш нерв, который идет вот сюда, на палец, есть какой-то момент, где вы раз, и тут кончается вот это, относится к руке, а это к голове. Есть такое? Нету такого. Поэтому они неразрывны и слитны. Так, а она у вас кровью наполнена рука, или это у вас маляж? А кровь откуда у вас начинается? Отсюда, где вы показали, нет? А что, для этого нет? Там что, окошки такие открываются, и пошла уже кровь ручная, а дальше там не ручная. Или кровь у нас нет такой, деление крови на ручную и неручную. У нас деление крови есть на артериальную и венозную. Поэтому вот все попытки оторвать что-нибудь, ну, а каждая клеточка снабжается, между прочим, кровью. Каждая. Если речь идет о живой клетке, то вы ее не можете оторвать от всего организма. А если она оторвана, ну, значит, вот вы отстригли ногти, они, в конце концов, могут уходить. И это, к ним можно относиться весьма метафизически, надставлять или подрезать, обрабатывать их и прочее. То есть вот тому, что является что-то, чем-то внешним, а не внутренним. Как определить, что внутреннее, а что внешнее? В математике вот это так делается. Вот если есть какая-то фигура, вот нарисована просто фигура, любая, кривая. Вот точки, которые стоят на линии, они чем характеризуются? Если вы возьмете любой кружочек их, кружочек вот с центром в этой точке, он всегда захватывает и точки этого множества, и точки, не принадлежащие к этому множеству. Так вот, то, что у вас не внутреннее, на поверхности кожи, если вы сюда поставите точечку и вокруг нее возьмете шарик, шарик маленький, в этом шарике будет и то, что относится к плоти, к организму, и то, что относится к воздуху. Воздух там будет. А вот если вы... А что такое внутренние органы? Это такие, которые... Можно найти такой маленький радиус, и там все будет только относиться к вашему организму, а вовсе не к воздуху. Ну вот современная наука давно ушла от такого метафизического взгляда, от механического взгляда. Хотя вот некоторые у нас граждане все время ищут механизм управления экономикой. А разве управление экономикой может быть их механическим? Вот если вы на велосипеде едете, у вас управление механическое или нет? Или вы головой думаете, куда повернуть и какой сигнал дать ногам, чтобы нажать или тормознуть, или остановить и так далее? Механическое. Вы видели механизм с головой когда-нибудь? Видели? Хоть какой-нибудь механизм с головой. Тем не менее, некоторые деятели в области экономики мечтают построить хозяйственный механизм. То есть, чтобы у нас была безголовая экономика. Она у нас и так безголовая во многом. Ну, зачем уж в эту сторону так направлять усилия? А мы уже с вами говорили, что такое управление экономическое. Я тут цитировал Маркса. То если говорить об управлении формально совсем... Скажем, я могу вам дать и метафизические понимания управления. Есть предмет, есть субъект, есть воздействие субъекта на предмет. И тогда подчинение движения вот этого субъекта целям этого, движение этого объекта целям этого субъекта называется управлением. А вот этот объект называется объектом управления, а субъект называется субъектом управления. Вот вы едете в поезде, и вот какой-нибудь субъект решил повернуть поезд, не ускорить, не замедлить, и даже не остановить с помощью стоп-крана поезд, а пойти вправо, чтобы поезд пошел вправо. Это, наверное, террорист. Потому что иначе, как с помощью взрыва, направо поезд направить невозможно. И налево невозможно, и вверх невозможно, и вниз невозможно. Поэтому это, если есть такие люди, они точно террористы, которые так понимают все управления. А на самом деле
диалектическое понимание управления такое. Идет борьба противоположностей. Например, в вашем организме борется здоровье и болезнь. Это борьба противоположностей. Вы успешно ее, эту задачу решаете, вы преодолеваете постоянно болезнь. Но если помочь болезни, то, может быть, может получиться так, что болезнь возьмет вверх. А если вы болеете, то если помочь вашему организму хорошим лекарством или хорошими упражнениями, то здоровье возьмет вверх. То есть борьба противоположностей существует помимо нас, помимо тех, кто управляет. Поэтому хороший управленец, он поддерживает прогрессивные тенденции против реакционных. Плохой управленец, он вообще не знает какие-то противоречия. Метафизик, он их ни во внимание не берет, он шел в одну комнату, попал в другую. Ничего не получается у него с управлением. Говорит, мы, помните, как Чернобырдин говорил, хотели как лучше, а получилось как всегда. Потому что человек не понимает, что такое управление обществом. В обществе царят противоречия, он управляет им так, как будто это автомобиль. Это не автомобиль. Диалектика, будучи, значит, теоретическим образованием, представляет собой сложную систему взаимодействующих моментов. Моменты – это что такое? Понятие «момент» не означает кусок, часть, элемент, означает что? Это противоположные движения в одном движении. Вот в вашей душе борются противоположные моменты. Вот некоторых из наших товарищей в душе были моменты прийти на лекцию, не прийти на лекцию, прийти на лекцию, не прийти на лекцию. И вот победил положительный момент прийти на лекцию. Как я должен к этому отнестись как преподаватель? Вот скажите, пожалуйста, если я метафизик, сказал, почему вы не пришли на ту лекцию? А если я диалектик, говорю, ну, я вас поздравляю, что прогрессивное начало победило. Вот, так сказать, я приветствую вас и желаю вам и в дальнейшем, так сказать, этим руководствоваться, активно вести борьбу, потому что без борьбы ничего в жизни не решается. Это, между прочим, надо вставать же было. Я не спрашиваю, а может, вы всю ночь работали. Сейчас же время какое. Как можно сегодня ругать студентов, при том, что у них стипендия 1480 рублей, и неизвестно, они вообще спали этой ночью или не спали. Вот раньше я мог сказать, как это вы вот такой-сякой. А как я могу это сказать? Я разве спросил, а я вник. А как? Или все механически должно делаться? Нет. Если механически у вас принимать вот экзамены, вот пока не будет этого ведомости у меня, и нельзя сдавать экзамен. А если диалектически, так подготовитесь, можете и сдавать. Другое дело, что я вам ведомость пока не поставлю, а дам вам бумагу, что я вас принял с такой-то оценкой. Вы придете в день экзамена, не волнуясь ни о чем. Я вам поставлю зачетку и ведомость, плохо ли? Пожалуйста. А вам, а все остальные будут сидеть, так сказать, вот с такой головой. Хотите, сдавайте, не хотите, не сдавайте. Ну, раньше у нас проще было, когда было менее механическое управление у нас в университете. То есть, если я захотел сдать досрочно, я пошел в деканат, мне отделенькую бумажку дали, я пошел к преподавателю, он сдал, он эту бумажку подписал, и ведомость потом занесут, а все уже... Я ему ведомость поставил, и зачетку, вот, в направление поставил, и зачетку поставил, и все. И весь разговор. Сдавайте следующий. Все сдадите, можете гулять смело. А экзамены в это время можете поехать на юга. Кто кому мешает. Но это диалектический подход. Ну, а механистический стоит, как это вы, аспирант, говорит, как это вы два экзамена, больше двух экзаменов семестра сдать нельзя, кандидатского минимум. А что, у нас задача сдавать экзамены у аспирантов или диссертацию написать? А что он вместо написания диссертации ходит и ходит, сдает экзамены? Наверное, знаете, они сейчас мыкаются. А чтобы им не было скучно, им придумали еще один экзамен. Вот, скажем, я сдавал экзамены кандидатского минимума, когда защищал кандидатскую диссертацию. А сейчас есть еще экзамен максимум. Зачем он нужен? Ну, чтобы нам нагрузку дать преподавателям. Потому что другого смысла в нем нету. Потому что если вы пишете диссертацию, то вы-то по своей работе, там вопросы по своей же работе, наверное, отлично вы получите. Все и получают отлично. Но это еще раз экзамен, это еще раз приказ о том, что провести экзамен. Или, а нужен проводить? Нужен приказ, чтобы провести экзамен. Если метафизически подходить? Нужен. А если диалектически? Так если вот мы доктора наук и профессора,
Нам кто доктора дал? Высшая аттестационная комиссия при правительстве. А кто дал звание профессор? Тоже высшая аттестационная комиссия. И зачем нам приказ о том, что нам, вот, мы будем принимать? Мы и так будем принимать без всякого приказа. В чем дело? Наши, так сказать, мы поставим оценки и подпишемся. И достаточно. Но это не метафизически. Поэтому метафизика, она проникает везде, в том числе и у нас, и в образовательную среду. А в отличие от элементов, в диалектике используется понятие моменты, противоположные движения в одном движении. Вот что надо запомнить. Современная диалектика рассматривает в качестве своих оснований принцип объективности, развития, детерминизма, системности, конкретно исторического подхода. В частности, при изучении законов исходит из того, что такое закон. Спокойное в явлении. Вот то, что не является некоторой поверхностью, неизвестно как, а то, что относится к внутреннему, то, что сохраняется при всяких изменениях, это закономерное. Законы делятся на всеобщие, общие и частные. Понятно, есть всеобщие законы, которые везде. Вот диалектика изучает всеобщие законы, которые и выступают и как законы мышления, и как законы действительного мира. Общие. Общие для разных каких-то сфер и частные. То есть в какой-то одной сфере. В рамках детерминизма важно рассмотреть динамические и статистические законы. Динамические законы означают, что вот есть какая-то зависимость установленная, а статистические законы, эта зависимость проявляется только статистически, то есть может как угодно получаться, но основная масса, так сказать, результатов вот такая. Основная масса результатов 60-70%, 90% и так далее. Законы диалектики – это всеобщие законы. Их действие – это живая и неживая природа общества и человеческое мышление. Ну вот иногда выделяют отдельно законы. Их много, законов диалектики, но можно выделить просто из них те, которые наиболее часто употребляются или, по крайней мере, на виду. Это закон перехода количественных изменений в качественные. Закон перехода количественных изменений в качественные. По существу, если вы будете изучать науку логики Гегеля, когда вы закончите раздел качества, количество, то есть количество, а это снятое качество, когда граница становится безразличной, то вы меняете границу, а качество остается тем же самым. А вот есть третий раздел учения о бытии, это раздел называется мера. Как говорил Гегель, народы боготворят меру. И даже есть такой анекдот, как берут одного на работу, и человек, который нанимает на работу, спрашивает, старый очень анекдот, а сколько можешь выпить? Он говорит, ну не знаю, не знаешь, не беру. Второго берут, спрашивают, сколько можешь выпить? Он говорит, ведро беру. А почему? Меру знай. А тот меры не знает, и будет пить, и пить, и пить, и пить. Этот выпьет ведро, и все на этом. Но это еще не совсем диалектический анекдот. А другой анекдот был такой, что принимает человека на работу и спрашивает, ваше отношение к пьянству? Анкету надо писать. Ты говорит, напишу, пью. Не возьмут. Скажут, лгун. Напишу, не пью. Точно не возьмут, скажут, пьяница. Он подумал и так, диалектическим умом решил написать так. Пью, но с отвращением. Взяли. Вот с отрицанием. И в самом себе. Так вот, когда вы рассматриваете уже меру, там вы рассматриваете такой процесс, что вот изменение количественное, есть качество, в котором изменяется количество. При этом качество не меняется. Потом раз – и скачок. И с известного момента уже другое качество. Потом опять накапливаются количественные изменения, опять скачок.
и так далее. Самый такой простой пример этого – это нагревание какого-нибудь вещества, которое находится в твердом состоянии. Лед. Это что такое лед? Это вода, взятая как твердое, да, вещество. Нагреваем воду, греем этот лед. Не пробовали жарить лед? Можно жарить без масла, без жира, ничего не пригорит. Греете. Вот поджарили лед, что получили? Воду. Что вы качаете? Что, не жарили лед никогда? Пожарите, сейчас нет проблем. Сейчас из холодильника же доставите мед, лед сразу раз оттуда и на сковородку. Немножко. И через некоторое время будет там вода. Какая вода? Лед же тоже вода. Мы это знаем из школьного курса физики. А будет там вода уже жидкая. Греем дальше. Вот греем. Вы не обратили внимания, что когда приближается уже кипение, то начинает чайник шуметь? Можете объяснить мне, почему это такое? Что за шум? Почему такой шум? Зачем он производит шум и в чем это состоит? В чем природа этого шума? Никто скажет. Движение. Что движение? Что там? Вот двигаются это вот потоки воды и так шумят? Да ладно. Что они там? Потоки воды никогда так не шумят. Это что, горный поток, что ли? Который со скал падает. Что там? Ну, или движение-то раскройте, какое движение дает такой шум? Не хотите сказать? А что, вы чайник не видели? Ну, так а что, вы не присматривались к процессу? Ну, вот диалектика, она требует такой остроты зрения. То есть, не просто вот ты смотришь, вот чайник, вот стол, вот чугунок. А нужно там вот, а в чем природа этого дела? А? Ну, кто-нибудь объяснит вообще этот шум? Никто не объяснит? Подумайте, скажет, чем я занимаюсь, понимаешь? У нас преподаватель объяснял, откуда шум в чайнике. Ну, я объясню. Если для этого надо такие, значит, привлекать условия. Значит, вы нагреваете воду. Что происходит? Появляются пузырьки. Где они появляются? На дне или наверху? На дне, потому что там нагревательный элемент. Вот. Вот уже, я чувствую, вы уже включили мозг. Так, пузырьки. И куда они идут? На поверхность, потому что ясно, что пузырек легче воды. Раз. И что на поверхности с ним происходит? При движении вверх. А? Вот он пошел. Ну? Попал он. Какие слои воды? Холодные или теплые? Холодные. И что тогда с этим пузырьком? Ну, снова пар превратился в воду. И что получилось? Пузырек захлопнулся. Второй пузырек захлопнулся. Третий. И когда их много, и все это такой шум, и, наконец, выключается чайник, все. Уже не отдельные пузырьки, а все бурлит уже тогда. А вот это вот звук захлопывающихся пузырьков и означает вот этот самый шум чайника, который вскипает. Вот объясните родителям, сказать, вот мы тут на философии узнали, от чего шумит чайник. Хотя это вообще-то изучают в физике. Ничего тут философского нету. Но некоторое, так сказать, внимание к тем процессам, которые происходят, тут есть. Дальше нагреваем. Что мы будем нагревать? Вот нагрели мы, получили мы кипяток. Кипяток нагреваем. Что дальше получим тогда? Дальше то, что было в чайнике, все нагреваем. Все получим мы пар. А что такое пар? Это газообразное состояние воды. А что, дальше не можем нагревать? Давайте еще греть. У нас сейчас хорошо с температурой. Все есть, все средства. Если еще греть... Слышали такое понятие «перегретый пар»? Не слышали? А вот если дальше разогревать, вот пар, что будет? Так и будем все нагревать, ничего не будет или что-то произойдет? А при нагревании что происходит с движением молекул? Они ускоряются или не ускоряются? А когда они ускоряются, они сталкиваются друг с другом? А если еще ускорять, что начнется из-за этих столкновений? А? А ну что расширение пара? Оно и так расширяется. Ну что? Это ничего. Может, и не... А почему там расширение?
ниоткуда не следует. Но если молекулы сталкиваются, что происходит? Вот если мы с вами с большой скоростью столкнемся, что будет? Или я умру, или вы умрете. Если с большой скоростью. Если просто пойдем, то ничего не будет. А вот с большой скоростью молекулы, когда сталкиваются, они распадаются на атомы. И из атомов потом еще нагреваешь, из них начинают элементы вылетать, электроны. То есть, если вы дальше нагреваете, у вас появляется, как называется это агрегатное состояние? Ну, это уже не чайник, это надо, конечно, знать. Но это такое не такое уж неизвестное понятие. Плазма. Плазменную резку. Знаете, что такое металлов? Вот там такой нагретый газ идет, который берут, вот у нас на Балтийском заводе делают части кораблей, так, по программе, раз, и вырезали. А толщина там, может, такая или такая, металла. Можете себе представить, корпус корабля. Что вы будете, пилой будете резать? Как можно вообще там резать? Атомные ледоколы делают, там вот нос там, и вот такая, несколько метров, может быть, там, толщина. И это вот плазма может разрезать. Плазма. Вот еще одно состояние. Вот и того получилось, что движение, такое нагревание приводит к качественным скачкам. А меняется каждый раз только количественные. Идет количественное изменение. Изменилось. Лед превратился в воду. Воду нагреваем. Идет. Потом раз, пар появился. Пар нагреваем. Потом раз, опять скачок. Получили плазму. То есть качество сохраняется, при том, что количество изменяется, а потом вдруг с известного момента происходит скачок. А что такое скачок, кто-нибудь скажет? Нет, переход из одного агрегатного состояния в другое является скачком. А что такое скачок? Он же не только здесь бывает. В этом случае скачок бывает и в обществе. Вот революция, например, тоже скачок или не скачок? Но не скажете, что революция – это переход общества из одного агрегатного состояния в другое. Как-то не смотрится. Что такое скачок? Если не скажете, я скажу. Скажете, а мне деваться некуда. Скачок – это перерыв в постепенности. Хорошее такое определение. Вот идет постепенное увеличение чего-то, какого-то количества там раз, и перерыв постепенности сразу в раз это происходит. Вот, например, когда идет похолодание в горах, есть озеро, ветра нет, и вот уже -2, вода не замерзла, -3 не замерзла, -10 не замерзла. Птичка пролетела, уронила веточку. Раз, и в момент превратился в лед, так сказать, поверхность. Потому что уже -10, а оно все стоит и стоит. Скачком. Перерыв постепенности. Скачок. Революция – скачок, но не всякий скачок революции. Правильно? Потому что вы не скажете, что в чайнике произошла революция, он вскипел. Или вы оставили чайник на даче, вода в нем замерзла, чайник ваш разорвало. В чайнике произошла контрреволюция, как показывает ознакомление с чайником. Так. Иногда говорят про их переход к качественных изменений в количественные и обратно. Тут ничего обратно нет. Тут есть движение только вверх. Что значит обратно? Качество уже другое будет, правильно? Когда мы говорим, что перешли, значит, вода перешла из твердого состояния в жидкость, из жидкого в газообразное, из газообразное в плазменное. Ничего обратного здесь нет. Переход с изменением количества в следующее качество, которое в соответствии с... Если мы за меру развития возьмем температуру, то вот по мере нагревания идет переход через эти качественные скачки к все более высокому уровню. Значит, иногда формулируют как отдельный закон само ядро диалектики, единство и борьбу противоположностей. Можно это сформулировать и как закон, потому что действительно все развивается
через противоречия, через борьбу противоположностей, в том числе и научная, и культурная жизнь, через борьбу нового со старым. Значит, новые и старые, они борются между собой и представляют собой противоположности. Причем под новым надо понимать не то, что это не впервые выдумано, никем не виданное, не то, что я вот пришел сюда, и у меня на голове сковорода. Это еще никто и не видел меня в таком виде. Вот. Хотя никто меня не осудит, скажет, может, у него методический прием, может, еще что. К профессорам таких претензий нет. Вот если вы пойдете, вот тут вам вас так сразу остановят. А ну, скажут, ну, тут как бы качественный уровень такой, другой, скачок. Дескать, ему осталось жизнь уже, жить уже не долго, чем мы будем к нему приставать? Ну, странный человек. Не в этом состоит, собственно говоря. Тут скачок. Так вот, единство и борьба противоположностей означает, что все противоречиво. Если все противоречиво, во всем есть борьба нового со старым, но новым, под новым понимается, передовое, а не просто невиданное до того, досель. Такого невиданного досель можно придумать сколько угодно. И в литературе мы можем тоже это наблюдать. Очень много литературы, которая претендует на новизну, ну, просто там такой глупости еще никто раньше не писал. А вот это написано недавно, эта глупость современная, а не какая-то обветшалая глупость. И, дескать, давайте разбирайте эту глупость сегодня. И если вы будете рассматривать, анализировать литературу вот с позиции как бы музеологов, с позиции это можно входить в сокровищницу, и видите, что это хуже, чем те сокровища, которые уже лежат. Если это хуже, чем то, что лежит, зачем сюда и засовывать? Вот как только будет что-нибудь более высокое или великое, правильно, надо сохранять. А всякое барахло, его надо отправлять на свалку. И, наверное, вы знаете, что Цицерон как был, трактат об ораторском искусстве, три трактата, он и будет в сокровищнице, и по нему будут учиться ораторскому искусству всегда. И по Аристотелю всегда будут изучать формальную логику, а по Евклиду будут изучать геометрию. А по Гегелю будут изучать диалектическую логику. А по каким-нибудь там людям, которые написали новейшее слово в области ораторского искусства, человек, который никогда нигде не выступил и нигде слово свое не сказал, и этим словом никого не поднял, чему он может вас научить? Или человек, который не дошел до диалектической логики, чего он вас может научить вас в философии? Ничего он особенно не может научить, но что-то правильное и полезное, и нужное вы найдете в любой книге. Это я могу сразу зафиксировать. Более того, вы в любой навозной куче найдете зерно. Если искать истину так, как некоторые предполагают, разрывать навозные кучи, как, знаете, куры ходят, они задними лапами, вернее, лапов, одной из лап, на одной стоит, другой разрывает. И разрывает, и находит там зерна, и скармливает цыплятам. Поэтому вообще вот такой метод, он вполне может рассматриваться нормально. Вы берете гору литературы плохой, и в этой плохой литературе что-то, какой-нибудь отраженный свет находите. А что значит отраженный свет? Ну, понятно, что вы не увидите в ярком виде и в точном изложении, а в превратном изложении и в бледном. Хочу привести пример. Вот скажите, пожалуйста, ответьте мне на один физический вопрос. Под Луной можно загорать? Чего вы так вот подумайте сначала? Вы торопитесь вот так. Я же не дал вам там норматив, что сразу отвечайте. Ну почему вы вот так вот? А что, вот скажите мне, пожалуйста, вот точно вы сейчас ответите мне правильно. У Луны свой собственный свет или солнечный? Солнечный. Под солнечным светом можно загорать? Да. Значит, под Луной можно загорать? Ну, конечно. Ну, в чем затруднение? Я не очень понимаю. Это зеркало, да? Висит зеркало у нас в виде Луны. Вот в это зеркало попадает солнечный свет. А вы в это время как раз постелили коврик и так приготовились. И не жарко, и никто не сгорит, да? Почему? Солнечный свет падает на вас или не падает? Ну так загорать можно? И к 50-60 годам вы такой ровный, хороший. Да? И никаких никогда ожог. И кремы выбросите, которым вы пользуетесь, там, чтобы не сгореть. Не надо это ничего. Экономия колоссальная. Это что такое? Это значит,
Ну, то есть, вот загорать вас, хоть я вам объяснил, что вы будете загорать, вы согласились, но как-то с внутренним протестом таким, что-то энтузиазма это не вызвало. Что вы вот, как только ночью, этот, сейчас же, чем я могу вам посоветовать, здесь сейчас коврики электричеством подогреваются. Там протянули на балкончик, положили этот коврик или простыню. У меня есть на даче такая простыня. Очень хорошо, зимой приедешь, включишь в розетку, и прям можешь ложиться на эту простыню, и уже холод тебя так не пробирает. Так и здесь. Вы лежите, снизу вас подогревает электричество, а сверху, так сказать, солнечный свет. Ну, как-то надо тоже подумать, как еще что-то сюда подогревать, а то там как бы не продробили. Вот. Ну, это также и чтение плохих книжек. Там в каждой книжке что-то есть, правильно? Что значит плохих? Ну, плохих я имею в виду не идеальных. Почему для вас они плохие? Ну, допустим, для меня они неплохие. Я должен их разбирать и критиковать. А вам-то зачем это? Вам же нужно набрать некоторый потенциал. Вы успеете прочитать все гениальные книги, товарищи музеологи? Вы гениально не успеете прочитать, а это зачем читаете? Это вот читать какую-то негениальную книгу – это уже преступление перед человечеством со стороны музеологов. Надо ввести какие-то страшные кары. И тех музеологов, которые читают негениальные книги, наказывать? Вы не против этого? Пока вы не против, пока вы еще студенты. А если с гениальным вы общаетесь постоянно, это как на вас положительно, наверное, отложится, правда, и отразится? Положительно отразится, правильно? Почему бы не пойти по этой дороге? И я вот удивляюсь, некоторые товарищи вот умудряются найти какую-нибудь плохую книгу, читают ее и читают. Вот, например, есть такая книга Труфанова «Наука логики Гегеля в доступном изложении». То есть проходимец взял, значит, человек сам он не понимает, что такое наука логики Гегеля, диалектики не знает, и он изложил тарабарским языком всякую тарабарщину, люди, так сказать, ловятся на это, дескать, там короче. Ну, короче, там вообще нет науки никакой. Читатели меня спрашивают, в том числе по электронной почте, говорит, Михаил Васильевич, я начал изучать науку логики Гегеля, вот, а подвернулась, а это было очень трудно, а подвернулась книга Труфанова. Ну и что? Ну, есть гениальные книги, а есть книги плохие. От того, что будете плохой читать, диалектики не научитесь никогда. Энгельс прямо объяснял, что единственный компендий диалектики имеется в науке логики Гегеля. А компендия в переводе с латинского означает кратчайший путь, прямая дорога. В связи с тем, что путь далек у нас с тобою, вы собираетесь прямой дорогой идти или по болотам, по грязи, извилистым путем? Прямой дорогой не хотите пойти? Вот вопрос. Ну, запретить мы не можем. Кто хочет, так сказать, где-то заблудиться и блуждать долго-долго, может, он когда-нибудь и выйдет. Сейчас есть люди, которые в свое время заблудились и только где-то жили там в далеких лесах. И потом вдруг выходит и говорит, а какой сейчас год? И куда мы попали? Где мы живем? Так. Ну вот, закон единства борьбы противоположности, конечно, это самый важный закон. Его объявляют как закон, но понять его можно. Только вы его не вырываете из системы диалектической, а берете в системе, что к нему приходит, и от него идут дальше. А если вы его просто вырвете, то получается, что он уже не закон диалектический, а закон метафизический. Вы оторваны одни противоречия от других. А их нельзя делать. Ну, этот же закон, вот единство и борьба противоположностей, как бы рождает такую картину спиралевидного развития, что вот вы, поскольку есть отрицание-отрицание, то вы снова как бы проходите ту же самую точку в своем развитии, но на более высоком уровне. И это этому пример, такая спираль, что, дескать, вы не круговое движение, а все выше и выше и выше, но есть некое повторение при этом. Ну, а на самом деле, после того, как появилась система диалектики, вытаскивать отдельные законы, их изучать, это значит идти вразрез с самой диалектикой. Надо видеть место каждого закона в единой диалектической системе, чтобы знать, и что такое форма, и как она относится к содержанию, чтобы не получилось, что у нас
реформирование становится вдруг целью нашей жизни. Давайте, говорит, менять, реформы делать. Не содержание реформ, а вот реформы надо сделать. Давайте реформировать. Вот вам, вы за реформирование или против реформирования? Такие вопросы задают довольно глупые, потому что как можно говорить «за я» или «против», если нет содержания реформы? Так? Давайте ваши волосы сейчас обольем клеем и вздыбим. Это будет реформа? Будет. Как можно? Вы за реформирование? Если бы это было вот, если бы у нас этого не было в обществе, мы бы, конечно, такие примеры не приводили. Но у нас, примерно, в обществе так и происходит. Дескать, давайте все реформировать, реформировать при Ельцине. И какая цель реформ? Это все верно так. Какая цель корабля? Плыть. А куда вы плывете? А мы не знаем. У нас есть вообще программа развития России? Слышно, нет? Я вам докладываю, что такой программы развития нету. А что тогда мы удивляемся, что у нас низкие темпы роста? Так если мы не знаем, куда мы плывем, какие могут быть у нас темпы роста? Если я думаю туда, а вы думаете сюда, а мы все друг с другом сталкиваемся, друг другу мешаем, а думаем, что помогаем. Но если это автомобиль, у которого включен ближний свет, а основные фары не горят, он может быстро ехать? Может, но недолго. До ближайшего следующего автомобиля, в который он врежется. Нет программы развития России. Я вот хочу вам в качестве примера привести такой пример. Я тут недавно написал письмо президенту по поводу темпов экономического роста. Ну и получил кучу ответов на это письмо. Письмо-записку такой с коллегой мы написали. Из 7 пунктов всего, очень кратко. Что нужно сделать, чтобы... И вот мы получили обилие, так сказать, ответов и от Министерства промышленности и торговли, и от Академии наук, но по поручению администрации президента России и от Министерства экономического развития имени Улюкаева, откуда Улюкаев уже снят и сидит в СИЗО, а нет, он сейчас под арестом, под домашний арест его посадили. А улюкаевцы там и в этом министерстве сидят и все делают для того, чтобы у нас общество не развивалось. Вот я об этом говорю, вы можете набрать на фонд рабочей академии сайт. И там на главные вот эти два материала, наша эта записка и мои ответы товарищам из министерства. Видеоответ. То есть, если мы не, так сказать, видим картину в целом, то, естественно, мы и, так сказать, никакого управления толкового не получим. Потому что если вот вы все дружно сказали, что развитие движения низшего к высшему, простого к сложному, так надо знать, что низшее, а что высшее. А это без системы узнать нельзя. Если вы построили какую-то систему движения, тогда ясно. Если у вас есть, скажем, программа развития России, то ясно, там есть этапы. Вот так-то будет меняться уровень жизни, вот так-то будет меняться продолжительность рабочего времени, будет сокращаться, вот, скажем, вредность будет уменьшаться, так рождаемость будет повышаться, смертность будет понижаться. А у нас что? А где-то на одном уровне торчит и застрял. А с 90-х годов было страшное падение рождаемости и колоссальный рост смертности. И это был так называемый крест России после Ельцинской или Ельцинской. Когда вот так шла смертность, вот так падала рождаемость, а смертность шла наверх. И вот они встретились. И так вот встретившись, так где-то находится. У нас поэтому, дескать, вот давайте гастарбайтеров позовем еще. И решим проблему. Давайте, кто хочет у нас жить, вот давайте будем паспорта выдавать, пусть они здесь в России будут гражданами. И наберем граждан. Вот что мы наблюдаем. Наблюдаем. Это вот реальность сегодняшнего дня. Так вот, диалектика предполагает систему, в которую связаны все основные категории, а категории – это узловые понятия. Ну, понятий очень много. Очень много. Но есть узловые, которые позволяют судить о всеобщем. И вот эти узловые понятия называются категориями. Следующий вопрос – это проблема сознания философии, природы мышления.
Центральное место в нервной системе занимает мозг. Это все мы с вами знаем. Головной мозг человека состоит из 40-50 миллионов, миллиардов нейронов, каждый из которых имеет до 10 тысяч соединений с соседними клетками. Мозг современного человека составляет 1/50 часть массы его тела. Для сравнения, у шимпанзе 1/150, а не 1/50, в три раза меньше. А у гориллы 1/500 часть. Горилла, конечно, здоровая, но с мозгом у нее не очень здорово. Но вы понимаете, что дело не в том, чтобы только объем мозга был. Надо еще и соображать. То есть надо свой мозг развивать. Лучшего средства, чем диалектика, изучение диалектики, не существует для развития мозга своего, к чему я вас и призываю. Заставлять не могу. Диалектику – это трудная наука, ее заставить нельзя изучать. Заставить? Зачем ее заставлять? Это удовольствие должно быть. Человек развивает себя – это же удовольствие. Это не что-нибудь, он же не из бревна этого делает буратину какую-нибудь, причем и сам из себя топором. Только два вида млекопитающих, дельфины и морские свиньи, превосходят человека и по весу мозга, и по количеству извилин. И у нас даже есть такие люди, которые считают, что человек произошел от дельфинов. Вот есть такой Виктор Тен, книжку такую написал «Из пены морской», и защитил даже диссертацию кандидатскую. Так что вот возможно, что у него родственники другие. У нас мы вот вроде как от обезьян, от дельфинов, но он считает, что и мы от дельфинов произошли. То есть спорят ученые на эту тему, продолжают спорить. Нет таких вопросов, по которым бы ученые завершили спор. Но важно, конечно, не столько удельная масса мозга, сколько и внутренняя организация. У человека некоторых нервных волокна проводят импульсы со скоростью 100 метров в секунду или 360 километров в час. Хотя говорят, что только пятая часть мозга задействована, но правильнее говорить, что мы знаем предназначение только 1/5 части мозга, а назначение остальных 4/5 мы пока не знаем. Поверхность головного мозга, кора, имеет глубину 2-6 мм и имеет извилины, благодаря которым поверхность мозга увеличивается в 3 раза. Иногда, когда я что-нибудь рассказываю, у меня находятся люди, которые говорят, не, вы то не то говорите. Я в таких случаях никогда не спорю, я сразу говорю, что, ну, наверное, у вас много извилин, а у меня мало. Я думаю, у меня есть одна, и, возможно, только от фуражки. И я не уверен, что она извилистая, поэтому как я могу с вами спорить? Я в таких случаях не спорю. Если человек считает, что я крокодил, пусть он ему так удобнее жить, пусть живет. Диалектика учит тому, что иногда, когда вы спорите, совсем не всегда нужно говорить «нет» или «отрицать». Можно согласиться, и тогда нелепость этого предположения, которое выдвинул ваш оппонент, будет видна. Вот скажите, что я крокодил, я скажу, ну, конечно, если вы так считаете, да я точно крокодил. И кто будет вот выглядеть не очень тут здорово? Ну, тот, кто так сказал. А если я скажу, что я не крокодил, и напишу это, и широко выступлю в интернете, что я не крокодил, половина подумает, что, наверное, он крокодил, раз так пишет. Правильно? Раз отрицает, оправдывается. Есть такое понятие, как человеческая психика, как бы внутренний мир человека. Этот внутренний мир, конечно, это мир, который, так сказать, коренится в нашем мозгу. Это ощущение, восприятие, представление. Не органы чувств непосредственно, а вот уже сами ощущения, восприятие, представление. Это разум, абстрактное мышление, эмоции, воля и так далее. Поэтому иногда говорят, что сознание многомерно. На самом деле, я бы сказал, что оно многоаспектно, потому что мерить, что вы тут будете мерить, и надо ли тут говорить о мере, а то, что оно имеет много разных сторон и моментов, это да. Но если мы возьмем, поставим вопрос о бытии, то мы можем сказать, что существует бытие действительное в материальном мире, а есть бытие как отражение этого мира, то есть как бы
реальность в сознании, ее отражение в сознании. Образ, субъективный образ объективного мира. Есть аксиологическая точка зрения. Что такое аксиологическая точка зрения? Это оценочная. Это хорошо, это плохо, этот дом хороший, этот плох. Эта точка зрения присутствует, и оценки люди дают. Присутствует в науке и такая кибернетическая точка зрения. Дескать, сознание – это информация, заключенная в сигнале. Функции сознания – познавательная, аксиологическая, функция целеполагания. Это, значит, функция конструктивная, коммуникативная, регулятивно-управленческая и так далее. Ну, это все, так сказать, попытки рассматривать сознание, беря какой-то его отдельный аспект, момент, который присутствует. Вот мы, например, отличаем с вами знание и информацию? Отличаем? Передать вам информацию? 3, 16, 48, 23. Получили? Знание получили? Нет. Информации у нас очень много. Жена мужу говорит, я вот ухожу к соседке на 15 минут, и ты через каждые 2 часа помешивай суп. Информация она передала невообразимо много. А знаний? Со знаниями хуже дело. Поэтому у нас люди путают и говорят, ну, раз оно такие средства переработки информации, ну, от того, что у вас есть средства переработки информации, задача о том, чтобы обдумать и решить, и придумать какую-то, так сказать, свежую мысль, идею, она никуда не делась. Вот один молодой ученый очень боялся, что поскольку идея внезапно может прийти, а без идеи не напишешь диссертацию, он все подготовил, чтобы эту идею отловить. И вот он думал, больше всего боялся, что она ночью придет, а он не запишет, и потом она... А больше она не придет. Поэтому он все-таки хорошо подготовился. Он взял лист бумаги, карандаш, положил сразу на стол. Стол очистил от всего, чтобы можно было ночью сразу записать эту идею. Лег спать и думает, ну все. И она пришла. Он вскочил, записал эту идею, лег спать, проспал 13 часов. Просыпается, свет в окно, солнце, открывает окно, подходит к столу. Смотрит на бумагу, там написано «воздух сух, как гвоздь». То есть не все идеи, которые посещают человека, особенно ночью, являются потом такими же ценными, представляется, когда наступит день. Поэтому об этом тоже надо думать. Что является с этой точки зрения философии языком, или что такое язык с точки зрения философии? Язык, можно сказать, это действенное сознание. Только мысль, выраженная в виде слов, становится доступной для других людей. А если у меня мысль есть, а она не сформулирована в виде языка, то, следовательно, для других людей недоступна. Я передать ее не могу, а раз я передать ничего не могу, то и мысли у меня нет. То есть мысль всегда имеет форму языка. Только в форме языка и существуют мысли. Чувства другие, вот чувство грусти у меня может без всякого языка. О чем я грущу, не знаю. Ну, вот грустно мне стало. А тут вдруг стало весело, потому что надоело грустить. И так далее. То есть для этого, для выражения чувств, не нужно языка. И, скажем, существуют разные же формы постижения мира. Вот, скажем, для религиозного постижения мира иногда достаточно откровений, и не надо вообще вот... Посетил меня Бог, и жизнь мою озарила, и все. Зачем тут слова? Слова тут не нужны. Но религия полна уже, так сказать, имеются священные книги, имеется Библия, и там без слов не обойдешься. Правильно? Вот. Есть другая форма постижения мира в образах. Это все искусство, это живопись, скульптура, архитектура, киноискусство, билетристика, художественная литература. Но там слова не главное, правда?
Там важно создать правильный образ. И вам вот столько напишут слов, чтобы создать такой образ, что сейчас надвигается какое-то ужасное событие. И вот оно произошло. И вот это писатели пишут. И не оторвешься от того, как они пишут, если хороший писатель. Потому что он передает чувства, он вас волнует. И дело не в словах, а в тех образах, которые вам передает писатель. Ну, особенно ярко это видно не на примере художественной литературы, не на примере даже живописи, где все-таки там есть какие-то все-таки картины, а на примере музыкального искусства. Музыкального искусства никоим образом не содержит, ну, кроме пения, не содержит никаких слов и без всякого языка прекрасно передает чувство вас. Вы пришли в филармонию, и вас эта музыка потрясла. А что вы думали при этом? Каждые люди сидят, каждый думает по-своему. И тут совершенно не нужно, чтобы одинаковое было выражение в языке. Поэтому иногда раздают такие программки, дескать, вот программная музыка, вот что хотел сказать композитор. Ну так что он хотел, это одно дело, а что получилось, во-первых, это другое. И в-третьих, что он хотел сказать, а что мне передалось, это третье. Язык является средством выражения и закрепления мыслей в словах и предложениях. Мысли без языка не только не могут быть высказаны, но не могут возникнуть в голове человека. То есть в голове человека мысль возникает в языке. Если у него возникла мысль без языка, никакой мысли у него не возникло. Это вот у него какое-то гнетущее настроение или, наоборот, приподнятое настроение. Сейчас что-то будет. Предчувствие, оно и есть чувствие, что сейчас что-то произойдет. И вдруг мысль родилась. Как она родилась? Но если эта мысль такая, воздух сух, как гвоздь, то все, вас предчувствие обмануло. А если что-нибудь более глубокое, значит, предчувствие вас не обмануло. Почему? Потому что вот тут-то и проявляется, что человек – это общественный человек. Если вот ребенок заговорил, он уже общественный человек. Уже не в смысле изначальном общественный, что вот уже с молоком матери он начинает чувствовать заботу общества о себе, вот, родители и так далее. А когда он начинает говорить, он уже пользуется всеобщим языком. И он смешно там выговаривает, не то говорит, но постепенно он осваивает форму передачи мыслей. Потому что если я не могу мысль передать другому, то это не мысль. Мысль – это то, что можно передать другому. Потому что человеческое общество существует благодаря общению, а тут общение не получается. Язык – это система понятий, с помощью которой человек получает, хранит, перерабатывает и передает что? Знание. А информация – это просто упорядоченность. Поэтому информация – это более абстрактное понятие. Это недостаточно, если речь идет только об информации. Когда мы рассматриваем какой-нибудь язык, то мы его рассматриваем как единство состава, там, совокупности знаков, и структуры, грамматика, правила, там, коды какие есть. Когда мы говорим, пишем, мы кодируем значение мысли в знаках. Когда мы слушаем, читаем, мы декодируем знаки, извлекая из них значение. То есть можно так это раскрывать. То есть сами по себе отдельные буквы еще ничего не значат, пока они не составлены в слова. А слова – это уже то, что выражает какую-то мысль. Или отражает уже как-то действительность. Знак ничего не отражает. То, что мое имя Михаил, ничего не говорит. Мог быть Петр, мог быть Федор, мог быть Сидор и так далее. Ничего не означает. Знак ничего не означает. Он никак не связан с сущностью того, что он означает. А вы, наверное, Глеб. Это солидно. Вы согласитесь, что солидно, если Глеб, правда? Так, или, допустим, вот у меня был знакомый на Кировском заводе Велорик Петров. Велорик – очень сильное имя. Это у него означало так – Владимир Ильич Ленин, организатор рабочих и крестьян.
Виллорик. А есть Виллор, только Владимир Ильич Ленин, Октябрьская революция. Так. Язык выполняет такие две основные функции. Экспрессивную, то есть средство выражения мысли. Экспресс выражать. И коммуникативную, как средство связи. Все языки делятся на естественные и искусственные. Естественные языки с виду аморфны, как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражений и придания им смысла. То есть они исторически складывались. В нем нет четких критериев осмысленности утверждений. Значение многих слов и выражений зависит не только от них самих, но и от их окружения. Но так же, как и в жизни, так и человек зависит не только от самого себя, но и от окружения. Почти все слова имеют несколько значений. Есть слова, которые не обозначают никаких предметов. Существуют различные гипотезы возникновения языков. Ну вот есть такая, что это подражание животным. Ну, наверное, другим животным, потому что человек тоже животное. Во-вторых, язык, дескать, родился из рефлекторного выражения эмоций. Начали причмокивать, начали восклицать, и так постепенно развивались. Подражание звукам природы. Так сказать, «у-у-у», говорят, да, как ветер шумит или гудит. Связывают с ритмичными звуками, сопровождающими некоторые виды коллективного труда. Ну, а вот Энгельс говорит однозначно в книге «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», что язык возник как необходимое условие совместной трудовой деятельности, потому что невозможно осуществлять труд, не передавая мысли, указания, задания, слова, необходимые для того, чтобы осуществлять этот самый труд. Но все эти гипотезы не объясняют, почему возник язык, ведь и животные тоже слышат те же звуки природы, реагируют на них, выражают эмоции, но у них не возникает способность произносить речь и понимать другого. Ну а какие животные обладают таким свойством? Только человек. Такое животное, которое является не только общественным, но и трудящимся. Позвонил Владимир Львович, я вас слушаю.